Вот он, наш участник под номером 2, Евгений Богданов. Добрый вечер, Елена Вячеславовна. Меня зовут Евгений, и я сомелье. Вы даже прямо опередили. Я хотела сказать фамилию, имя, отчество, год рождения, семейное положение. С чего начать? С фамилии. Давайте с последнего. С последнего? Я женат. Очень хорошая дикция, продолжается так же, четко, с толком, с расстановкой. Год рождения, фамилия, имя, отчество. Богданов Евгений Юрьевич. 1988 года рождения. Вы как-то затрудняетесь, понимаете, по-моему. Почему вы выбрали мой ресторан? Не-не. Вы хотите здесь работать? Он лучший. Вполне. Принимается. Второе. Почему вы выбрали эту профессию? Она лучшая. Понятно. Ну и теперь тогда вы уже, наверное, не отделаетесь. Оно лучшее. Хотя, кто его знает, ваше любимое вино и почему? Понимаете, в чем дело? Я не могу ответить на этот вопрос однозначно, потому что я очень люблю качественное вино. Сегодня вечером ваше любимое вино. Сегодня вечером мое любимое вино – Феррари. Я поняла вас, Евгений. Я пока дегустировала, все перепутала, теперь я вообще не могу понять, в каком бокале что. Я вам наливаю, вы, пожалуйста, вот назовите мне, в каком бокале, какой из этих напитков, пожалуйста. И попытайтесь объяснить мне, как вы, собственно, по какому принципу вы мне это можете подсказать. Ну, первый образец у нас точно Просекко, 100%. Просекко, кстати, от замечательного производителя Кантины Маскио. Очень хороший. Значит, давайте второе вино. Это будет как раз-таки Зект. Третий Феррари, четвертый Кюве Вильям Дойц 1998 года. Спасибо, я надеюсь, что вы меня не подведете. Я нет, не подведу. Отлично, мы это проверим. Я удаляюсь, но мне все доложат. Хорошо. До свидания. Спасибо вам. Обещаю, оправдаю надежду. Увидимся. Хорошо. Артур Георгиевич, берем на первый день. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй. Мы рады видеть вас снова. Как снова? Вы у вас уже были? Мне говорили, что вы уже приходили, что вы наши постоянные гости, и поэтому я... Наши фотографии висят там. Кудесник, он знал. Елена Вячеславовна сказала, что она, что вы очень серьезные люди, постоянные гости. Пожалуйста, позвольте вам помочь. Благодарю вас. Благодарю. Пожалуйста. Приятного вечера. Merci beaucoup. Еще раз добрый вечер. Могу я предложить вам сначала немного водички, пока я буду предлагать вам кое-что еще? Уже мы его заинтриговали нас. Предложите нам сразу же кое-что. Сразу кое-что без водички? И с водичкой, с водичкой. Одну минуту. Тогда давайте я сначала водички, пока буду готовить сервировку. Давайте водичку, а потом прекрасные игристые из долины Луары. Прекрасные игристые из долины Эльзаса. А я вас, кстати, здесь ни разу не видел. Ни разу не видели? Я только начинаю. Это мой дебют. В замечательном ресторане. Поздравляю. Спасибо. А что это за водичка? Ну, пока не с чем, так как меня еще не утвердили. А что это за замечательная водичка? Лиза называется. Да что вы. Да, итальянская, очень мягенькая, очень вкусная. Но я надеюсь, у нас с газом? Она без газа. А вы хотите с газом? Без газа. С да? газом, конечно. А, вы с газом. А вы? Да. Я тоже с газом буду. Вы тоже с газом будете. Не проблема. А вот и с газом. Отлично. Простите, я не услышала, как вас зовут? Меня зовут Евгений. А вас? Не Марина зовут. Как? Марина зовут. Марина? Да. Очень приятно. А вас? Меня Леонид. Леонид. Очень приятно. Не скучайте, я быстро. Спасибо. Не обращайте внимания, это мое рабочее место. Ничего страшного, нам не мешаете.
Что, простите? Не мешайте. Слава Богу. Итак, прошу. Тот самый креман д'Альзас от Вольфберже Брют. Если вы просто пришли поужинать в приятной романтической обстановке, лучше выпить креманчик. Вы знаете, у нас каждый день замечательная дата. Каждый день, как первый раз. И что нам делать в этом случае? Вы знаете, у меня похожая ситуация. Хорошо, значит, кто будет пробовать? Мужчина, правильно. Вы знаете, была история, когда в ресторане попробовала девушка, а мужчина говорит, ну она пробовала, пусть она и платит. Хорошая, угадали. Отлично. А в нашем случае наоборот. У нас всегда мужчина пробует, но я всегда плачу за это. А, вот так. Да. Вам повезло. Ну уж не всегда. Я должен был попробовать первым, но первым попробовали вы. К счастью... Ждем 5 минут. К счастью, вы не заметили дефектов, и я их также не заметил. Присоединяйтесь. Итак, прошу прощения, в двух словах об этом игристом вине. Значит, цвет у нас соломенно-желтый, с золотистым оттенком. Значит, у нас прекрасный внешний вид, отличная прозрачность, замечательный, не пугайтесь сейчас, перляж. Это игра пузырьков. Игра пузырьков – это перляж. Значит, замечательный здоровый блеск, прекрасная вина. В аромате у нас спелые желтые фрукты, аромат чистый, ясный, желтое яблоко, немного тропических фруктов, таких как ананас, цитрусовые. И знаете, такое... Не буду говорить. Нет, расскажите. Моченое яблоко, просто я не знаю, как оно... Ну, помните, бабушки раньше у нас замачивали, у меня, по крайней мере. Но мне кажется, для романтического вечера моченые яблоки не подходят. Поэтому я не хотел говорить. Вкус очень свежий, фруктовый, яркий, хорошая сбалансированная кислотность. После вкуса средней продолжительности я бы подавал это вино при температуре 8 градусов. В качестве аперитива, что вы сейчас делаете, либо с легкими салатными закусочками. Сорта здесь какие? Сорта винограда? Да. Ну, конечно, подскажу. Это Блан де Блан, 100% шардоне. Делается в Эльзасе на севере Франции. 100% шардоне? Добрый вечер. Присаживайтесь. Пожалуйста. Нет. Пино Нуар и... Нет, это не 100% шардоне, прошу прощения. Здесь все-таки у нас смесь Пино Нуар. Я прошу прощения, я к вам еще вернусь. Наслаждайтесь вашей компанией. Наслаждайтесь друг другом, наслаждайтесь прекрасным вином. А я чуть позднее вернусь к вам и подам... Что-нибудь еще предложим. Хорошо. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Good evening. Ah, my name. Buenas tardes. Sorry. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Italy? No. Español. Español. Maybe. Conoce España perfectamente. Conoce España perfectamente, ¿no? Ahora los rusos viajan mucho a España. Y por tanto, pues yo supongo que habrá conocido a Marbella y esta zona de la playa, que es muy bonita. Really? Really? Really, it's very nice. The beach in Spain is really excellent. Spain. And all the south of Spain. Spain and the wine. For me, it
из Матарамера. Yes, yes. Matarromera is very Spanish conception. It's a plant who are in the area of Castilla León. Good. No, it's good. No, it's excellent. I understand you. Yeah. Please give me 1 minute. I will serve the wine. What? What wine we are going to serve? What wine? Yes. What do you prefer? Okay. No, what do you prefer, please? Pues qué te parece si tomamos algo de cian? Algo de cian. 1 minute, please. Do you have that wine? Cian, the appellation Toro. Could you explain, please, in Russia? Si, it's Russia. Да, нам хотелось бы вино из. Простите, конечно, почему вы раньше молчали? Стеснялась. Не стесняйтесь. Да, мы хотели бы вот попробовать вино Сиан. Нам многие рекомендовали из региона Торо, да? Део Торо. Вот, можно такое вино у вас попробовать? Из сорт наград Темпранильо? Темпранильо? Если варина Темпранильо. Может и можно, но... Тогда мне нужно на минуточку отлучиться. Итак, прошу вас. Please. It is Ribera del Duero. Crianza. This millesime is good, it's vintage. For Spain, you know, in Spain. Yes. Esta cosecha es buena. Это хороший вообще урожай вот этот год, 2008. I understand. In Spain, very, very good climate, and a lot of vintages and a lot of young vintages, all very, very good. And 2008 also. And what is la mejor cosecha que te gusta de la década? ¿Cuál es el... De Ribera del Duero. Sí, sí. ¿A какой урожай вот из этого нашего десятилетия больше всего вам нравится в Ribera del Duero? 2005, я думаю. 2005, sí, excelente. Coincido con él. Да, он согласен с вами. Thank you. Yes. Вот этот сорт винограда в других странах, он тоже существует, да, или только в Испании? Существует, но не так, не распространен. Чуть-чуть его еще производят, немного вина, но все-таки это испанский сорт, и лучшие вина получаются именно на территории Испании. Sí, vale. Sí, existe en otros países, pero un poquito. А вот ему просто интересно было, какой сорт винограда самый распространенный в мире? То есть он просто вот как-то задался этим вопросом, что там... Красный или белый? Тинто, си? Для вот тинто. Си, тинто. Да, красное. Я думаю, что это темпранильо. Все-таки, да. Él cree que sí, que я так предполагаю. У нас еще гость. Может, руками. It's good? Good? Again? Excellent. Приятного вечера. Sí, que lo paso bien, que lo Мне disfruten. Очень было приятно с вами побеседовать. Sí, encantado, sí. Mucho placer de mantener esta conversación con ustedes. Muchas gracias por elegir este vino que no conocíamos. Спасибо большое за ваш выбор, за такое вино прекрасное, которым мы пока что вам спасибо. В двух словах об этом замечательном вине. Значит, внешний вид. У нас прекрасный блеск вина. Диск осветлился, значит, вино уже созрело. Значит, хорошая прозрачность, замечательные... Ровные ножки или слезки, или арки, как их иногда называют. Значит, цвет у нас рубиново-красный с кирпичным оттенком. Кирпичный оттенок дает бочечкам. И вино уже довольно зрело, 4 года вино. Аромат у нас чистый, ясный, с ароматами. Значит, аромат вишни, сливы. Очень хороший, сбалансированный спирт. Закуск. Чистый, ясный,
хорошая, очень сбалансированная легкая кислотность, прекрасные танины, у нас замечательные танины. Вино 2008 года, а танины еще есть, и поэтому можем прекрасно сочетать это вино с сочными блюдами на гриле. Например, говядина на гриле или какой-то... Но в то же время, если нам не хочется очень много есть, мы можем прекрасно сочетать с какими-нибудь испанскими тапасами. Значит, после вкуса средней продолжительности, очень приятная, мягкая, бархатистая. Потенциал у этого вина довольно неплохой. Я думаю, что еще года три точно. Температура падает 16-18 градусов. И он еще хотел бы вот что-нибудь отведать на ужин, на какое-нибудь типичное русское блюдо. Какое порекомендуете с этим вином? Оленина. Оленина. Очень хорошо будет. Я тоже не знаю, как будет на испанском, прошу прощения, но оленина будет хорошо. Maybe I can... La carne de ciervo. Это у нас Лугана. Лугана — это виноградник, который, как ни удивительно, находится в двух регионах Италии, на севере Италии. Это Венето и Ломбардия. Это виноградник, который и там есть. Значит, это у нас вино называется Prestigio. Производитель Провенца 2011 года. Новый совершенно на российском рынке производитель, он совсем недавно. Его еще не так много людей пробовал, но тем не менее я уже успел и уверяю вас, оно прекрасно. Прошу вас, пробочка с ней, абсолютно все в порядке, абсолютно чистый, понятный аромат. Пробочка, как говорится, паспорт вина. По ней мы можем сказать, что хороший гражданин. Так, вино в полном порядке. Кто попробует на этот раз? Так же уже сказали, да. Я пробую, девушка платит. Хорошо, хорошо. Иностранец запутал. У них все по-другому там. Хорошее. Угадали опять. Отлично. Только непонятно, какой-то пузыречки здесь. Это шипучесть. Это говорит о том, что вино свежее, фруктовое, легкое. Причем, видите... Ну, то есть это не дефект, да? Ни в коем случае. А то я в прошлом ресторане две бутылки завернул. Не-не-не, это все да? В порядке. Это молодое вино, легкое, это и такой тип вина. В двух словах об этом вине позвольте я скажу. Значит, цвет у нас соломенно-желтый, с золотистым оттенком. У нас прекрасная прозрачность, замечательный блеск, диск осветлился. Цвет, как я сказал, соломенно-желтый, с золотистым оттенком. Прекрасные ножки. Так, в аромате. Первый нос. Спелые, яркие фрукты. Несколько, немного цитрусовые, цветочные тона. Аромат очень чистый, ясный. Чуть-чуть такая легкая, знаете, легкая спиртуозность. В силу того, наверное, что вино буквально 3 минуточки ему дайте, еще оно постоит в кулере, еще получше охладится и в лучшую сторону изменит свое качество. Легкая кислотность, ненавязчивая. Даже ее практически нет. Это вино ближе даже к полусухому. Вам должно понравиться. Что скажете? Все хорошо? Да, очень вкусно. Спасибо. Отлично. А вам? Спасибо. Мне тоже очень нравится. Я рад, что вам нравится. Все ли вам понравилось? Да, очень да. Вкусно. Спасибо. Ты закончил? Я? А у меня еще есть время? Время есть всегда. Время всегда. Одну секунду. How are you, sir? Fine, thank you. Fine. Very good wine. Very good wine, really? Your recommendation was excellent. What is the type of wood do you use? What you use this company? Type of wood. Wood. Type of wood. I think it is. You know, I don't know how it in English. Кавказский дуб. Но даже если это не он, я рекомендовал бы производителю Матара Меры попробовать кавказский дуб. Sí, y si no es este roble caucásico, pues le recomendaría a los productores de Matar Romero probar este roble caucásico, que es muy bueno. Давайте поаплодируем. Thank you. Говоришь номер образца, и все как положено, слепой дегустации. Пожалуйста. Чудо-машина. Закончила бутылочку. Требьяно
Это Италия, я думаю, север Италии, регион Венето и, соответственно, Ломбардия. Но я думаю, что похоже на то вино, которое я подавал. Это, что сказал, год 2011, это Требьяно, Италия. Это тоже Италия. Возможно, что это тот же регион и от вот этого производителя красное вино от Провенции. Можешь отставить и перейти. Да, я отставлю, перейду дальше. Так, третий образец. Красное сухое вино. Страна Франция. Сорт наград Пино Нуар. Франция. Я думаю, что это Бургундия. Сейчас четвертый образец. Четвертый образец. Так, я тоже оставлю. Это вот третий. Это четвертый. Пятый образец. Это Пьемонт. Это Дольчетто. Это Дольчетто, год 2010. Я так думаю, это был у нас пятый образец. Италия. Предыдущий. Это Франция. Сорт награда Сира. Год 2005. Белое сладкое вино. Германия. Сорт винограда Рислинг. Германия. Сорт награда Рислинг. 2011 год. Категория, я думаю, что это Ауслезе или, может быть, Берен Ауслезе. Это Германия. Рислинг. Значит, это был седьмой образец. Восьмой образец. Это классическая граппа, в которой, скорее всего, сочетание нескольких сортов винограда может быть. Второй образец, значит, я не сказал, правильно? Да. Второй и четвертый. Угу. Значит, второй образец. Второй образец, это пусть будет у нас Каберне Савиньон, Мерло, Тоскана, Италия. Четыре, это тоже Италия, что ли? Ну, это Италия. Я думаю, что это награда Карвина, Волпаличелло, регион Венето, север Италии. Спасибо большое.